Друзья, всем здравствуйте! Записываю новое видео по готовым укорененным черенкам Хои Sarawak Pink Flowers. Цену поднимаю, так как они все пошли в рост. Кто отслеживает, видели, да, что было по одному листу. Сейчас они вот так вот у меня наросли. И сейчас я каждый номер покажу. Можно бронировать, и в принципе, я думаю, что со следующей недели смело можно отправлять хои, пассифлоры. Ну, то есть я буду отправлять хои, пассифлоры и гибискусы, это точно. Бегонии пока не отправляю, не тороплюсь. Они очень нежные, особенно много заказов по бегонии птеридиформис, ну и люксурианс тоже. Они довольно-таки чувствительны к такой погоде, пока еще не очень тепло, поэтому с ними я вообще никогда не тороплюсь к отправке. Так, ну давайте. Значит, номер один черенок самый крупный. И у него вот такой ровный листик сформировался, второй. Цену поднимаю. Смотрим корневую. Сейчас свет немножко тут. В общем, корневая просто супер. Видите, да? Номер один 1000 стоит теперь. Так что вот. Ну, тут небольшая деформация, но это не страшно. Так, номер два. Вот так у меня подрос. Ну, листья у некоторых хой. Ну, бывает, что вот так вот они растут. Не всегда ровно. Ну, так вот получилось у меня. Корневая. Стоимость номера 2 800. И номер 3. Тоже сформировал такой вот своеобразный лист. Тоже не совсем ровный, но это не страшно. Вот так, и тоже корневая номер 3, тоже тут все отлично, тоже 800 теперь стоит. Все тоже, вот видите, дали новые росточки, и здесь тоже. Все, друзья, видео делаю короткое, потому что и так уже поздно. Тем, кто не знает, я еще раз повторю, что я работаю на двух работах теперь, поэтому все не быстро у меня. Ну все, друзья, пишите, кто заинтересовался. Всем спасибо за просмотр и до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.